самым главным вопросом, который стоит перед партией коммунистов, который больше всего привлек к себе внимание на последнем партийном съезде, является вопрос о крестьянах середняках. Естественно, что первым вопросом задается обыкновенно, что такое крестьянин середняк. Естественно, что партийные товарищи рассказывали не раз, как в деревне спрашивали, кто такой середняк. На это мы отвечаем, середняк это такой крестьянин, который не эксплуатирует чужого труда, не живет чужим трудом, не пользуется ни с какой мере, ни коим образом плодами чужого труда, а работает сам, живет собственным трудом. Таких крестьян было меньше, чем теперь при капитализме, потому что большинство принадлежало совсем нуждающимся, и только ничтожное меньшинство, как тогда, так и теперь, принадлежало кулакам, эксплуататорам, богатым крестьянам. Средних крестьян становится больше, после того, как отменена частная собственность на землю. И вот, со средним крестьянином советская власть твердо решила во что бы то ни стало установить отношения полного мира и согласия. Понятно, что средний крестьянин не может сразу встать на сторону социализма, потому что он твердо стоит на том, чему привык, осторожно относится к отчасти с обществом, проверяет сначала делом, практикой то, чему его зовут, не решает изменить свою жизнь, пока не убедится в том, что это изменение необходимо. Именно поэтому мы должны знать, помнить и проводить жизнь с рабочими коммунистами, появляющимися в деревне, обязаны искать товарищи с отношениями с этим сейчас. Обязаны устанавливать товарищеские отношения с ним, обязаны помнить трудящихся, которые не эксплуатируют чужого труда, не вставая из рабочего, не можно и должно достичь добровольного, полного истинности, полного доверия союза. Начать меры, которые предлагает коммунистическая власть, надо смотреть таким образом, что они являются советом, указанием к этому крестьянину, предложением ему, новому порядку, только совместной работой, быстрого изменения влияния на практике, проверяющей ошибки, устраняющей возможные ошибки, соглашение с этим крестьянином. Только такой работой будет обеспечен союз рабочих и крестьян. В этом союзе вся главная сила и опора советской власти. В этом союзе залог того, что дело социалистического преобразования, дело победы над капиталом, дело устранения всякой эксплуатации будет доведено нами до победного конца.